Итак, друзья, всем привет, с вами Саня Квасов и команда Norfin SPB. Сегодня мы решили снять небольшой видеообзор о нашем магазине. Магазин находится на набережной Обводного канала. Это здание, дом 138, здание завода «Красный треугольник». Нас можно найти по синей вывеске «Экипировка для рыбалки, охоты и активного отдыха». Слева находится метро «Балтийское» в районе километра, справа Старопетерговский проспект, идти тоже примерно километр. Итак, друзья, в нашем магазине представлен очень большой выбор одежды для охоты, рыбалки, активного отдыха, одежда и обувь для снегоходов и квадроциклов, а также многое другое. Теперь обо всем по порядку. Справа расположены рюкзаки. Здесь туристические рюкзаки от Norfin, тактические рюкзаки, драйбаги, гермочехлы, сумки для рыбалки от Rappel, а также повседневные рюкзаки от компании Patrick. Слева демисезонные летние костюмы, большой выбор головных уборов. Далее у нас расположены мембранные вейдерсы, забродники от компании Rappel и Norfin, а также мембранные куртки для них. Новинки от компании Navatex, зимние рыболовные костюмы на пониженные температуры. Большой выбор термоносков, рассчитанных на использование в различных температурных режимах. Продукция от компании Dexshell, мембранные шапки, носки, перчатки, также термобелье. Большой выбор мембранных перчаток Dexshell. Жилеты и куртки от производителя Navatex, рассчитанные на температуру до минус 10 градусов. Экипировка для снегоходов и квадроциклов от компании Fossa, очень надежная и качественная. Большой выбор демисезонных костюмов для охоты, рыбалки, активного отдыха. Далее обувь. Трекинговые мембранные ботинки от итальянской компании Lamer. Отличное качество, адекватная цена. Модели разные, от ботинок для сурового трекинга до кроссовок и городской обуви с повышенным запасом прочности. Американский производитель обуви MacBoot. Очень комфортные и удобные сапоги на разные температуры использования. Есть детские размеры, есть женские модели, в основном, конечно, мужские. Для рыбалки, охоты, катания на квадроциклах, снегоходах и просто для прогулок по лесу. Действительно удобная, универсальная обувь. И качественная обувь от компании Norfin, от трекинговых ботинок, также ботинок для забродников, вейдерсов, до сапогов для рыбалки и охоты. Далее демисезонные костюмы. Стенд с детской одеждой. Здесь можно найти термобелье, зимние демисезонные костюмы, жилеты и другую одежду детских и подростковых размеров. Комбинезоны для снегоходов, квадроциклов от компании Fossa. Рыболовные костюмы. Примерочные, где вы сможете спокойно померить разные модели одежды и подобрать себе оптимальный комплект снаряжения. Далее, туристическое снаряжение. Здесь можно найти фонари, посуду, ножи, термосы, кемпинговое снаряжение всевозможное, коврики, палатки, спальники, то есть все, что необходимо. Теперь второй зал. Второй зал у нас представлен большим ассортиментом зимних охотничьих и рыболовных костюмов на температуру от минус 15 и ниже. Костюмы поплавки от компании Seafox, Norfin. Большой выбор женских костюмов. Шапки, перчатки для охоты, рыбалки, а также повседневного использования. Широкий выбор термобелья первого, второго слоя на разные температурные режимы, а также на разные, на разную физическую активность.
То есть ассортимент у нас очень широкий, у нас самый большой выбор костюмов по северо-западу, поэтому выбирать есть из чего. Итак, друзья, надеемся, что наш видеообзор был для вас полезен. Ждем вас у себя в магазине Norfin SPB. Приходите, подбирайте для себя качественное снаряжение, а мы с удовольствием вам в этом поможем. Желаем вам удачного отдыха!